Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос несколько интимного характера. Вот. Поэтому я не буду его засчитывать и не буду давать какие-то комментарии. Точнее, я не буду раскрывать суть его. Вот. Стараюсь максимально в скажем так, общих чертах дать какую-то обратную связь. Значит, что первое важно? Первое важное – это ваши отношения с женщинами, девушками вообще. То есть, ну вот, в целом, да, как у вас, в принципе, складывается взаимодействие с девушкой. Это первое, что очень важно. Вот. Очень важно то, что, как мне показалось, вы такой достаточно, ну, стеснительный, либо неуверенный в себе, либо замкнутый достаточно человек. Вот. А есть также довольно такое стойкое чувство, что вам сложно выражать свои мысли. То есть как будто вам несколько вот непривычно это делать. Вот. Несмотря на то, что вы описываете психоаналитическую теорию, да, несмотря на то, что вы вот пишете об этом. Вот. Но, на мой взгляд, несколько некорректно было бы сводить все только к ней, к этой теории. Вот. Тем более, что эта теория в современной психологии, психотерапии не то чтобы считается несостоятельной, но она считается, к сожалению, не учитывающей многие факторы. Вот. Это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Следующий момент заключается в том, что вы, как мне кажется, вот, чувствуете себя в безопасности с человеком, которого описываете. Вот. Мне так показалось, по крайней мере. То есть мне показалось, что вы вот как-то, несмотря на то, что вроде бы вот, и ненавидите, да, ее, что вполне, кстати, естественно, вполне, кстати, нормально, а вот то, что вы испытываете ненависть, да, да. Вот, но я бы сказал, что вы чувствуете себя с небезопасностью, то есть вам нужно, скажем так, вот, какое-то такое, знаете, чувство, ну, защищенности, вероятно. Вот. И, собственно, с ней, вот, с этой вот девушкой как раз, вы чувствуете именно это. Вот. То есть именно вот эту вот защищенность вы чувствуете, как мне видится, как мне кажется. Вот. И, собственно говоря, вот это вот чувство, вот это защищенность, да, оно вам, ну, как бы нужно. Вы в нем нуждаетесь, вы тяготеете к этому чувству. Вот. Как бы плохо ли это? Нет. Неплохо, абсолютно. То, что вам нужно. Да, такое вот, ну, чувство защищенности, то, что вам нужно такое
чувство, ну, какой-то вот, знаете, уверенности, да, чувство какой-то защиты. Вот. В этом ничего плохого нет. Но вопрос заключается в том, конечно же, как вы его реализуете, это чувство. Вот. Как вы реализуете эту потребность свою, которая у вас есть, потому что, ну, на мой взгляд, тут вот совершенно очевидно, что как-то вот зафиксировались вы на одном, я бы сказал, на одном способе. На одном способе. Ну. Ну, достижение своей цели. Что не есть хорошо, что не есть хорошо, на мой взгляд, потому что это делает вас зависимым, да? То есть, о чем идет речь сейчас? Речь идет именно о психологической зависимости. Зависимость на данный момент. Вот. То есть вы зависимы. Психоэмоционально вы зависимы от, ну, человека. Вот. Опять же, ничего плохого в этом нет. В том, что вы зависимы, вот, но потому что это потребность ваша. Но зависимость делает вас в этом смысле не свободным, очень сильно. Вот. И то, что вы не свободны, на мой взгляд, да, и вот приводит к такого рода историям, к такого рода ситуациям, вот, которые вы, в принципе, описываете. Это, пожалуй, очень важно заметить. Вот. Потому что, собственно, с этим связано, ну, в этом смысле вот как раз то, что с вами происходит, да? То есть это не что-то такое вот однозначно такое, ну, негативное, да, это что-то не что-то такое однозначно прям плохое, да? Это именно что-то, являющееся зависимостью для вас. И в этом смысле, вот, очень важно с этим поработать. Да? Вы говорите, что это началось в 20-м году. Смотрите, какая штука. Штука в том, что тогда, видимо, ну, с вами вот что-то случилось, да, с вами тогда что-то произошло, очевидно. Вот.
что вы вот стали вот, значит, ну, так себя чувствовать. И опять же здесь очень, очень важный момент, а что? Что с вами случилось? Что с вами произошло? Вот, что в вашей жизни, да, происходило такого, такого, что вот вы так вот, ну, так стали чувствовать. Вот. Опять же, речь идет не о том, не о том, что это что-то плохое, речь идет именно, да, именно о том, чтобы, чтобы понять, чтобы увидеть, а что вообще вот, как бы, ну, происходит, да. То есть такой достаточно получается важный момент, на который нам нужно обратить внимание. Вот. Значит, потому что вы зафиксировались на этом, на этом. Это приобрело теперь такой вот, получается, несколько, ну, глобальный, не глобальный, но масштаб какой-то. На ваше поведение это влияет, вы чувствуете себя, ну, вот, в какой-то степени, да. Не очень хорошо. А вот. Из-за этой ситуации. Вот. Дальше. Следующий момент. А следующий момент заключается в том, как мне видится. И как мне кажется, следующий момент очень, очень важный. Заключается в том, чего вы хотите. Ну, вообще. Момент заключается в том, что вам необходимо постараться увидеть, а чего же я хочу вообще. Вот вы сказали, что хотите как-то, ну, избавиться, например, от лишения, да, к ней. И ваше ли это желание, да, как бы, то есть, ну, вы ли этого хотите, вот, ну, на самом деле, вот, вы ли этого хотите, или вы не хотите ей рассказать об этом, вот. Такой момент. Следующий аспект, на который важно обратить внимание, заключается в том, что у вас есть, ну, скажем так, обиды. Да, вот у вас есть обиды на, свою сестру. У вас есть обиды на свою сестру. И, на мой взгляд, обиды, ну, в какой-то степени вам, я бы сказал, мешают. Мешают в каком смысле? Значит, в первую очередь мешают вам воспринимать человека как-то, ну, вот, несколько более, ну, не знаю, несколько более корректно, я бы так сказал, да, мешает вам воспринимать человека такой, какая она есть.
вот, мешает вам понимать то, что вы к ней чувствуете. Вот. То есть, ну вот, вполне возможно. Такая история, такая ситуация, когда вы, например, допустим, значит, ну вот, чувствуете что-то, то есть, например, чувствуете обиду. И чувствуя обиду, вы себе запрещаете эту обиду, ну, чувствовать. Вот говоря себе, как бы, что, ну, на этого человека я не могу злиться, например. Да, ну, вот не могу. Не могу злиться. И это становится, ну, частью вашего вероятного влечения к ней, по сути. Потому что это очень важно, понимаете? Какие-то чувства выразиться хотят, да, грубо говоря, но не все чувства выразиться могут прямо. И у вас появляется вот, опять же, как раз таки влечение. То есть, что я сейчас делаю, да? Я сейчас говорю о каких-то возможных вариантах психотерапии, по сути. И хочу сказать, что на вас может оказывать влияние все, что я озвучил. И одновременно, может быть, вполне так, что я не прав. То есть одновременно может быть такая штука, что вот все может быть совсем по-другому. Вот. Поэтому, конечно же, в первую очередь с вами нужно поговорить, с вами нужно поработать, вот, чтобы как-то несколько лучше, ну, понимать, да, то, что вы ощущаете, то есть, ну, понимать именно вот природу того, что вы чувствуете. Сейчас у меня нет такого ощущения, что мы можем это сделать. Именно потому, что мало информации достаточно. Вот. Советов психологи не дают. Мы не даем советов. Это очень важно понимать. Мы помогаем разобраться в себе, это правда. Ну и, собственно, решить вам, что вы хотите. Потому что мне, например, показалось, может быть,
я не прав, но мне показалось, что вы хотите как-то вот больше ей признаться, больше признаться ей, вот, больше рассказать ей, нежели чем отказаться от этого желания. Вот. Да, как бы. Вот. И такая история еще довольно важная, она заключается в том, что, может быть, вы хотите таким образом получить любовь. То есть, если вам кажется, что человека как-то, ну, любили больше, чем вас, да, например. Ну, и, ну, если у вас просто вот сложилось как-то такое впечатление, если у вас сложилось, что человек любит как-то, ну, больше, чем вас, да, вот, то вы, как, ну, как мне кажется, будете к нему вот, ну, в той или иной степени, да, вы будете к нему тяготеть, к этому человеку, вот. И, на мой взгляд, вот, это такой очень важный момент, именно вот то, что вы к нему тяготеете из-за того, например, что вы хотите получить любовь, ну, допустим, значит, ну, тоже вот вам не хватает в этом смысле любви, получается. Вот. Такая история. В данном случае. И вам крайне важно, опять же, увидеть, чего не хватает вам. Вот. Ну, то есть вообще вот как-то там, знаете, как-то вот глобально, да, чего вам не хватает по жизни. Вот. В чем вы не удовлетворены? Ну, опять же, вот, как-то глобально вот в эту сторону. Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что вполне возможно, что за счет нее вы пытаетесь просто, ну, реализовать что-то. Вот. Что-то своё, да, как бы, вот, какую-то, ну, свою потребность, вот. Что, в принципе, ну, вот, на мой взгляд, не является чем-то таким обязательно
ну, обязательно деструктивно. Вот. То есть это вот то, на что нужно обратить внимание ваше. Как мне кажется, опять же повторюсь, да? Вот. И дальше уже как-то будет, ну вот, более понятно то, чего вы хотите, Вот, то, что вам, ну, как бы, то, что вам нужно, будет понятно. Вот, да, может быть, не сразу, может быть, не сразу это будет очевидно, но понятно это будет. Вот, как-то так, надеюсь, что мой ответ вам был интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать вот, какие-то в данном случае, ну, базовые постулаты для психотерапии. Вот. Я хотел бы пожелать вам удачи, я хотел бы пожелать вам успехов. Вот. И, собственно, обращайтесь за помощью, вам она, безусловно, пригодится.